Порто Тони от винодельни Феррейра – это классический портвейн, превосходный и с подлинным вкусом лучшего вина региона Дору. Винификация этого Порто Тони производится традиционным методом. Собранный вручную виноград аккуратно измельчают и после частичного удаления плодоножки ферментируют с мацерацией, что позволяет извлечь из кожицы лучшие компоненты. Весь процесс осуществляется под строгим контролем температуры и густоты вина, что дает возможность виноделу выбрать идеальный момент для добавления в вино спирта, необходимого для остановки брожения и сохранения естественной сладости портвейна. Это время зависит от сорта винограда, стадии созревания и требуемого конечного уровня сладости. Вино остается в Дору, где холод зимы помогает осадку осесть. Следующей весной после очистки его транспортируют на винодельню Феррейра, Вилла Нова де Гая, и помещают в дубовые бочки, где оно выдерживается в течение нескольких лет, приобретая несравненный стиль бренда Феррейра. Во время выдержки команда энологов контролирует вина и проводит купажирование, освежение и корректировку каждый раз, когда определяется дегустация. Окончательный купаж получается после отбора вин с соответствующими характеристиками и возрастом от 2 до 5 лет, что позволяет сохранить уникальную индивидуальность Порто Феррейра Тони и средний возраст 4 года. Оно изготовлено из таких сортов винограда, как Туриго Франко, Туриго Националь, Тинто Барокко, Тинто Кан, Тинто Рорис и Тинто Амарелла. Содержание алкоголя 19,5 градусов. Мы можем заметить так называемые ножки или слезы, стекающие по стенке бокала. Вино обладает красивым красным тоном с легкими нотками и свежим и нежным ароматом, напоминающим пряности и орехи, приобретенным при выдержке в дубовой бочке. На вкус это элегантное вино демонстрирует прекрасный баланс между спелыми танинами и сладостью, обеспечивающими долгое и привлекательное послевкусие. Бутылку с порто следует хранить в вертикальном положении, избегая прямого света и чрезмерной влажности, в идеале при постоянной температуре от 16 до 18 градусов. Портвейн уже готов к употреблению и не улучшится, если вы будете хранить его в течение длительного времени у себя в доме. Подавать его нужно слегка охлажденным при температуре от 14 до 16 градусов. Он прекрасно сочетается с различными карамельными и кофейными десертами, а также с яблочным пирогом и традиционными кремами. Он также хорошо сочетается с крепким сыром или сыром с плесенью, таким как рокфор или горгонзола. Также его можно подавать с орехами. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за внимание!